Итак, друзья, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Алексей. Многие, наверное, слышали такую фразу, как «без света нет цвета». Что это значит? А это значит то, что, чтобы получить хорошую картинку, вам обязательно нужен свет. И неважно, будь то свет уличный, ну, то бишь солнца, будь то искусственный свет, такой, как у меня обычные лампочки, и стоит Godox SL60, на который я просто тупо прикрепил конверт из магазина канцелярии. То есть он красного цвета, есть вот такой же конверт. Это, например, синий конверт. Там висит такой же, продается он. Они есть папки, конверты, просто мне под руки попались почему-то. Даже не знаю почему, попались конверты, и я, собственно, решил, что использую их, потому как покупать гелевые фильтры, ну, вопрос, нужны ли они, и, по моему мнению, они, наверное, практически такие, собственно, как и эти конверты. Но не суть. Суть в том, чтобы многим из нас нравится хорошая, красивая картинка, объемная, но как раз вот этот вот объем, он достигается за счет контраста. Контраста света и тени. Если мы, например, отключим какой-нибудь свет, ну, скажем, вот этот вот, то картинка будет достаточно темная, она начнет шуметь, и сзади у меня будет гореть только Godox. Естественно, он меня полностью не осветит. Это практически получается такой же вариант, как если вы будете стоять возле окна, и вам будет контровой свет бить в затылок. Хорошей картинки вы тоже не получите. Если вы станете, скажем так, лицом к окну, камеру поставите перед окном, картинка будет получше, но все равно здесь нужно как-то работать с этим светом, нужно уметь, нужно понимать, как он падает, угол его преломления, от чего он отражается, чтобы не получить, если у вас, например, как у меня там, не везде приятного цвета стены. Сейчас я уже об этом понимаю, что не самый лучший цвет в свое время я выбрал для покраски дома. Но, тем не менее, есть смысл выставлять все-таки, если вы пишете, скажем так, блоги, картинка будет гораздо интереснее, гораздо богаче, помимо звука. Это, естественно, искусственный свет. Как вы могли видеть, у меня свет достаточно простой, то есть за недорогие деньги. Стойка там условно за 1000 рублей, лампочка за 1000 рублей. И зонтик рублей 500, наверное, 700. Покупал все это дело на AliExpress, за исключением лампочек. Лампочек брал, по-моему, где-то на Валберес. И получаю приятный мягкий свет. Лампочки, по-моему, 5400, если мне память не изменяет. Но в любом случае я чуть-чуть добавляю теплоты в баланс белого. То есть у меня, я ставлю не 5600, а ставлю где-нибудь, ну, 5700, 5800, чтобы картинка была чуть потеплее. И чтобы скинтон у Sony, все мы прекрасно, но те, кто не знает, для тех говорю, а те, кто знает, ну ничего, если еще раз послушаете, скинтон уходит чуть-чуть в красный, не в красный цвет, мадженту. И лицо краснеет достаточно неприятно. Приходится постоянно на посте поправлять. Чтобы этот момент избежать, просто, наверное, при искусственном свете, если вы знаете, что у вас лампочка, например, 5400, 5500 или 5600, ну, добавляете 200-300 кельвинов, и картинка становится, собственно, более-менее нормальным. Кто-то, наверное, скажет, что можно отбить баланс и снимать. Наверное, да, но это лишний геморрой. Гораздо быстрее сделать это в ручном режиме. Поэтому, что хочется сказать. Можно, например, отключить, скажем, и вот эту лампу, да, то есть убрать задник, оп, и картинка такая тоже чуть-чуть поскучнее становится, потому как нам-то нравится, чтобы было все по красоте, чтобы было все по объему. Вот он включился, естественно, есть пульт, но пульт я не взял, у меня он где-то там в стороне валяется. И получаете, друзья, собственно, вот такую приятную картинку. Что вы думаете по этому поводу? Как вам картинка? Используете ли вы подобный какой-то свет? Если снимаете свои видосы, если нет, то хотели бы использовать. И по схеме цвет я, наверное, еще скажу, что я обычно ставлю камеру. Если я ставлю камеру перед собой, то как вариант от камеры где-то сантиметров 20-30 в сторону я ставлю под 45 градусов, то есть, ну, условно, где-то вот такой угол, там можно чуть поменьше, ставлю на себя либо софтбокс, либо, как в моем случае, сейчас лампочка с зонтом. Ну, а свет я ставлю на минимум, там у меня стоит где-то порядка 10-15%, который светит, собственно, на мой фон, и отсюда получаю
вот такую, как мне кажется, неплохую картинку. Для себя я на сегодняшний день выбрал красный фильтр, потому как все в основном используют синий, какой-то голубой. Можно купить абсолютно разные, там более желтый. А, кстати, давайте попробуем, посмотрим, что будет, если поставить еще и желтый. Итак, альтернатива красному. Ставим желтенький. Еще раз повторюсь, друзья, это не фильтры, это обычные конверты из канцелярского магазина. Желтого, наверное, становится такой чуть посветлее. И, собственно, тоже вот такая вот получается картинка. Как по мне, ну, кажется, тоже неплохо. Давайте еще посмотрим, чтобы уже для полного счастья поставим еще синий и зеленый. И уже можно будет потом выбрать, и вам голову, кстати, не греть. Для себя определитесь, какой же вам нравится, если делать фильтр. Итак, ставим зеленый. Так, зеленым, друзья, у нас получается вот такая вот картиночка. Ну, как по мне, тоже, собственно, неплохо. И последним поставим синий. Ну, кому-то, наверное, больше понравится, наверное, синий, как я предполагаю. Давайте посмотрим, что же даст синий цвет. Ну вот, друзья, такими простыми путями, вот обычно еще раз показываю, когда-то они были конвертами, я их чуть подрезал, зачем? А, ну, что-то я отрезал тоже, подо что-то фильтр, под фонарь, по-моему, я брал. Тоже делал фильтр для фотографии. Стоит недорого, каждый стоит там 15-20 рублей, там условно, да. На AliExpress вы все это дело купите практически то же самое, за какие-то баснословные деньги, есть ли смысл переплачивать. Еще раз, это конверты, есть такие же папки, просто конверты, они поплотнее, нежели папки. Папки, они тоньше и, наверное, сильнее будут просвечиваться, а здесь как раз вот этот вот цвет, он такой более будет, ну, такой, наверное, более контрастный, более глубокий. На ваш выбор, друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете по всему этому поводу, по такой постановке света, по такой, наверное, схемой, наверное, не могу ее назвать, потому что это так условно, но, скажем так, по такой схеме цвета, где позади горит фильтр, спереди у меня стоит свет, и насколько картинка, в принципе, лучше. Спасибо, что посмотрели мое видео, хорошего настроения, добра и пока!